живого среди команд высшей хоккейной лиги наша команда «Динамо» Санкт-Петербург принимает команду хоккейного клуба «Югра» Ханты-Мансийск. Команды выйдут на лед следующих составов. «Югра» вратарь Евгений Ивантиков, номер 33, Артем Мельников, номер 73. Защитники Тимралий Лохрутдинов, номер 13. Капитан команды Станислав Заборников, номер 4. Роман Карачинский, номер 55. Никита Костиненко, номер 26. Эрик Шевченко, номер 6. Андрей Чуркин, номер 12. Дмитрий Юшкевич, номер 77. Владислав Воропаев, номер 5. Даниил Стальнов, номер 85. Нападающие Алексей Митрофанов, номер 49. Степан Крюзин, номер 93. Владимир Гайдей, номер 15. Илья Дроздецкий, номер 51. Владимир Щегольков, номер 19. Денис Игнашев, номер 81. Кирилл Попов, номер 97. Максим Аскаров, номер 47. Андрей Рыжаков, номер 70. Артем Рожковский, номер 92. Антон Ковалев, номер 7. Дмитрий Зухин, номер 88. Александр Гуляев, номер 11. Главный тренер Алексей Геннадьевич Крестакин. Команда «Динамо» Санкт-Петербург. Вратарь Антон Янин, номер 1. Игорь Добрыгин, номер 30. Защитники. Капитан команды Кирилл Кремстер, номер 18. Иван Воробьев, номер 33. Антон Горбачев, номер 77. Павел Ежарский, номер 19. Вениамин Баранов, номер 26. Иван Васин, номер 62. Антон Буханков, номер 70. Глеб Кожемякин, номер 16. Нападающие. Илья Шипов, номер 89. Артур Чувеляев, номер 76. Сергей Шестаков, номер 90. Даниил Жарков, номер 12. Никита Кухов, номер 94. Дмитрий Увар, номер 29. Виктор Пластинин, номер 25. Константин Кузнецов, номер 13. Артем Нечаев, номер 17. Владимир Барабанов,
Thank you.
Thank you.
Вы знаете, этот турнир посвящен Шилову Валерию Васильевичу, нашему третьему тренеру. А вот какого тренера вы вспоминаете с теплотой? Может, детского тренера сегодня? Ну, моего первого тренера. Давайте тогда всех тренеров, которые занимаются воспитанием детей, подрастающего поколения, поблагодарим. Благодарю. Спасибо, Антону. Спасибо нашим болельщикам. Пока счет ничейный. Ну, мы ждем победы только от Динамо. Последний.